Зрители не очень рады видеть вулкана. Слава Неступин, чемпион. Да какой ты черт у чемпиона, а? Посмотри на себя, на кого ты похож, кто ты есть. Я настоящий чемпион. Таких, как ты на рынке. Три штучки руба. Он выбрал неподходящий момент для своих претензий. Если ты считаешь себя настоящим чемпионом, достойным носить этот пояс, докажи это прямо сейчас. Ты же чемпион! Слава Неступин только что доказал это. Почему он должен доказывать еще и Вулкану? А? Великий чемпион, ты не должен никого бояться. Ты должен в любую минуту отстоять свой пояс, разве нет? Вулкан просто провоцирует Славу. Посмотрите на вашего чемпиона, он спустит. Слава, правильно, я бы на твоем месте так и сделал. Просто наплевал бы и ушел. Неужели? Неужели Слава ответил на вызов Вулкана? Я не могу в это поверить, он же только что провел такой бой. И как он мог откликнуться на вызов Вулкана? Да не то, что на вызов, фактически на провокацию. Вулкан трамбует Славу в углу. И похоже, он смакует каждый момент этих своих действий. Я надеюсь, что Антон Дерябин или Рейв вернутся все-таки на ринг, несмотря на то, что сам Слава согласился на этот матч. Слава все-таки уходит от атаки Вулкана и делает энцигири. Вулкан, пошатываясь, отходит в канат. Но нет, конечно, свежий Вулкан легко реверсирует Славу, но ненадолго. Слава выписывает ему гарпун. Точно такой же гарпун, после которого он только что удержал Антона Дерябина. Если Слава победит сейчас и Вулкана, то его можно просто вписывать в книгу рекордов Гиннесса, потому что в течение одного вечера... О-о-о! И недолго думая, Вулкан проводит Славе свое подножье Вулкана. Итак, ваш новый чемпион независимой федерации. Уважаемые друзья, я просто не знаю, что сказать. Градус моих эмоций просто перевернулся с ног на голову, просто сменился на полностью противоположное направление. Так не должно было произойти. Но Слава согласился, а фактически он повелся на этот вызов, а точнее на провокацию Вулкана. Судья санкционировал этот матч. И вот так вот, не пробыв чемпионом и каких-то двух минут, Слава Неступин теряет свой чемпионский пояс. Когда-то экс-чемпиону, дважды экс-чемпиону Федерации Вулкану.